Привет, ребята. И сегодня мы будем лепить вот такую вот машинку. Это Nissan GTR 34. Для этого нам понадобится один основной цвет, который сейчас мы выбираем. Этого у вас должно быть очень много. Я возьму под основной цвет. У меня будет, пусть будет это синий. Вы можете взять любой цвет свой. Это будет основной цвет. Вот. В экранике, например, это черный. Вот. Нам понадобится примерно вот такой, почти целый ломтик, ну, без вот такой части примерно какой-то. А так это почти целый ломтик. Вот. И сейчас мы ставим. Сделать из него такой прямоугольничек. Но надо сделать так, чтобы вот эти вот всякие графички у нас сделали у меня тут. Коричневые и черные, которые других пластилинов налепли, их должно быть не видно. У нас должна быть машина ровно синяя, чисто. Самое главное, мы должны отломить вот такой вот небольшой кусочек. Вот такой вот. Он нам понадобится чуть позже для украшения машины, чтобы поставить аксессуары внешние. Теперь, вот то, что у нас есть кусочек, примерно, надо отломать от него еще небольшой кусочек, примерно такой же, какой мы выделили на аксессуары. Примерно такой же аксессуар, что мы откладываем в будущее. Они нам пока что не понадобятся. Вот этот кусочек мы берем. И он нам сейчас пригодится. Теперь делаем прям прямоугольничек. Вот так вот у всех получилось сделать. Вот такой прямоугольничек. У всех получилось. Есть те, у кого получилось. Есть такие. Ребят. Хорошо. Мы ждем кого-нибудь. Нужно кого-то подождать? Похоже, что нет, Миш. Хорошо, если все успели, у всех получилось, тогда делаем дальше. Теперь вот мы взяли вторую доску на кусочек, и из него надо сделать тоже прямоугольничек. Это надо так перемещать, чтобы вот все эти всю эту грязь было не видно. Это очень важно. Теперь нам нужно сделать такой же прямоугольничек прямо. Но отделать его вот таким вот. Как-то вот так. Вот. Сейчас мы возьмем половинку только пока что. Вторая половинка еще пригодится. Вот. Вот так берем. И нам сейчас надо сделать прямоугольник такой, ровненький, более-менее. Но есть нюанс один.
Этот прямоугольник у нас должен быть такой же ширины, как и первый. То есть он должен быть только же широкий. Ну, или чуть-чуть совсем поуже. Вот. Вот так вот мы его крепим. Вот так. И вот так вот. У всех получилось делать. Есть те, у кого не получилось так сделать. Так вот. Посмотри, пожалуйста, Аня показывает. Наверное. Да, хорошо получилось. Но у тебя ты... так поставила. У тебя должна быть вот эта вот часть, у тебя должна стоять больше. Вот капот, он должен занимать не так место. У тебя больше на кораблик похож, чем на машинку. Поэтому надо поставить, чтобы он у тебя был более широкий. Вот так вот. Вот. Все успели, у всех получилось. Хорошо, если все успели, у всех все получилось. О. Теперь мы берем стеком. Нам сейчас надо очень аккуратненько скосить вот эти вот краешки, чтобы у нас машина была более пологая такая. С углов, чтобы у нее не были такие вот, а более такие пологие. Мягкие углы. Вот так. Степ очень осторожно используется. Можно даже пальцем так подогнать чуть-чуть, поднять. Вот так. У всех получилось? Подняли края. Теперь мы берем второй наш кусочек и также делаем такую, делаем, чтобы у нас верхняя часть была чуть повыше. Вот так. Вот у всех получилось сделать. Вот. Все смогли вот так вот сделать. Хорошо. Если все смогли, тогда сейчас делаем так. Дальше. Сейчас мы берем маленький кусочек пластилина из того, что мы оставили на аксессуары для машины.
И катаем колбаску. Такую не длинную, не очень длинную. Вот такую примерно. Вот. Теперь ее надо расплющить. Теперь нам надо ее, так сказать, обрубить ровненько так, чтобы у нас она подошла под верхнюю часть машины. Вот так вот. Это будет у нас такой небольшой спойлер, Вадя. Вот. Теперь. У всех получилось так сделать. Ребят, есть какие-то Показывай. вопросы? Нужно ли подождать вас? Смотри, Аня показывает. Аня, чуть-чуть в сторону. Да, немножечко в том верну. А, нет, не совсем так. Смотри, ты поставил вот такой вниз сюда, а он должен быть ближе к крыше. Вот так. Ждем 1 минуту тебя. Готово. Миша, можем продолжать. А, да? Все, закончили. Хорошо, просто я, видимо, не услышал вас. Теперь нам нужно вот взять наш тег и осторожненько сделать такие утыки для стеклышек. С одной стороны мы сделали окошечко, теперь с другой стороны. И спереди тоже надо стекло. Вот так вот. А, то есть не сзади еще надо делать.
Теперь мы берем какой-нибудь, ну, я не знаю, я возьму какой-нибудь. Пожалуй, пожалуй, пожалуй. Ну, голубой, пусть голубой. Вот. И сейчас мы делаем стекло. Надо придумать форму угольным стеклом. Одно стеклышко и сбоку тоже стеклышко. А, да. Да, хорошо получилось. Здорово. Вот так вот. Теперь берем черный пластилин, чуть-чуть черного. И тоненькую-тоненькую колбаску.
Это будут дворники. Берем такую звонить. Легко и одну. Раз. Вторую. Вот так вот. Вот. А теперь нам понадобится красный. Чуть красного. И белого пластилина. Вот. Их пока что накладываем, эти два кусочка небольших. Сейчас мы делаем следующее. Вот тут вот, прям на капоте, надо сделать две таких полоски. Раз, одна полоска и вторая. Чуть покороче. Вот так вот. Вот. Видно? Это будут такие, ну, радиаторы. И их надо заполнить черной колбаской. Типа как окна, только черные. Вот так, берем колбаску и вставляем вот тут ложбинку. Оп. Вот так вот. Так вот. Теперь нужно взять опять стеком. А стеком мы делаем вот так вот. Сначала вот тут делаем такую выемочку для фар по бокам, сбоку. Сбоку пополам выемочку для фар. Раз фара, два фара. А и сзади также. Такие вот для выемочки для фар делаем сзади и спереди. Берем желтый цвет. Вот так, чуть-чуть желтого цвета. И его поставим спереди. Вот небольшие кусочки желтого пластилина нужно взять. И, в общем, еще меньше.
Вот так вот. Теперь сзади берем красный цвет. И делаем такие же две красные фары назад. Теперь нам надо дать тоненькую-тоненькую колбаску с красного цвета. Прям тонкую-тонкую. И отрезать у него такой небольшой кусочек. Его ставим вот под... Спойлер. Вот красную штучку, полоску. Вот. Так вот. Теперь вот сюда вот берем зеленый пластилин, чуть-чуть маленький кусочек, кругленький, делаем вот такой вот значок. Вот. Раз, два. Спереди также зеленый пластилин, небольшой кусочек. И вот делать на капот. Раз, два. Вот. Так. Теперь нужно сделать вот тут выемки для колес. Одна выемка. Вот смотри. Одна выемка. Вот так вот. И тут тоже выемку. Выемки должны быть максимально похожи друг на друга по размеру. Вот с одной стороны сделали колеса, и с другой стороны. Я сделала. Можешь показать? Теперь берем черный пластилин. Покажи поближе, пожалуйста, там не видно. И катаем из него такую колбаску. Так. У Виолетты тоже получилось. Так, а не очень ровно. Под камерой не видно.
Вот так. Ну, да. А колеса? Себе сейчас черную вот эту колбаску. Вот так. Вот. Все видно. Потом мы ее клюем. Вот так. Теперь берем какой-нибудь еще цвет. Я не знаю, ну, я возьму красный. Или нет, 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 не красный. Ну, пусть будет голубой. Возьму голубой цвет. И катаем из него 4 небольших шарика. Небольших. Раз, два. Вот так вот у всех получилось сделать. Миша чуть-чуть упал. Да, я знаю, что я там такой. Вот так. У всех получилось сделать вот такие небольшие колесики. Теперь мы включим туда шарики. И берем нашу шину такую. Вот такое вот. Одно колесико получилось. Мы его вставим в ложбинку. Одно колесико. Второе колесико. Второе колесико.
Если колбаски не хватит, можно докатать. Вот так вот. Вот так вот. Вот такие колеса получились. Берем, делаем следующее. Мы берем красный и белый цвета. Пока что синий соберем. Вот так вот. Белый и красный цвета. Мы берем и катаем такие колбасы. Небольшие. Они должны быть такие тоненькие, плешины, примерно так. Что упало? Такая небольшая полосочка. Колбаска у нас должна получиться. Примерно такая вот. Теперь мы ее плющим. И вот так вот. Раз. Вот тут вот немножечко обрубаем, прямо у самого стекла. И вот тут у фары тоже. Теперь я пока что откладываем, она нам не понадобится больше. И катаем такую же штучку из красного. Теперь тоже ее плющим. И вот так же. Вот. Вот такая машинка у нас получилась. У кого-то есть какие-то вопросы? Хорошо, если у кого-то нет таких вопросов, давайте заканчивать. Аня.
Что ты хочешь узнать? Можно показать? Да, конечно. Вот такая вот у вас кухня. Молодец. Хорошо. Миш, посмотри, пожалуйста. Так, и фиолет ты еще показывал. О, ты еще и дорогу сделала. Молодец. Здорово получилось. Ух ты, у Виолетты, смотри, что. Много ты успела. Даже сразу две машины. Классно, ребят. Спасибо, Миша. Все. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.